А чё без аватарок все? Был вопрос? Ну почему без аватарок все сидят? А, почему? Дело очень скромное. Видимо, это мне надо включить аватарку. Вы тут увидите, какой кошмар у меня вокруг. Вот. И Веб. тогда у всех пропадут сомнения в том, что их надо включать. Я в любом случае буду открывать доску, поэтому я не думаю, что как мне имеет смысл включать видео. Давайте поделюсь впечатлением. У меня только что прошла лекция на ПАДе по алгебре и семинар. Я считаю, это была лучшая лекция, которую когда-либо проводил. Значит, у меня во время лекции чувак заснул, и видеокамера стала транслировать, как он спит на весь экран для всех слушателей. То есть это был кульминационный момент лекции, то есть когда раздался храп, и значит просто, ну, там же как Zoom, он когда слышит звук от кого-то вещающего, он переключается на человека. И, в общем, у меня в течение лекции, в общем, на весь экран сопел чувак. Это был успех, я считаю. Так, Дим, выложишь да. запись семинара? Что еще раз? Запись семинара ты выложишь? Предыдущего? Вот этого. А вот этого вообще все должны быть выложены, но автоматически ведется на запись. А куда они выкладываются? Вообще записи ведутся в облако. Значит, они туда на автомате записываются. И этот менеджер PME, кто там, Мария, наверное, за это отвечает, надо будет, или Кристина, надо будет у них спросить. Они просто обещали, что они еще прошлые ссылки, ну, когда будут готовы, выложат ссылки. Но мне пока ничего не приходило. Я просто не знаю, у вас они, может, вам какую-нибудь рассылку дают, или в ЛМС, может, какая-нибудь ссылка есть. Как бы я просто не знаю. Мне пока никакой информации не приходило. Вот. Так, сейчас я найду листочек, в котором я вас буду мучить, чтобы он у меня был перед глазами, чтобы я ничего не забыл. У нас сегодня будет плотный график. Вот, и мы в этот раз сменим задачник. То есть у нас началось самое отвратительное, что только есть в линейной алгебре, что мы должны пережить, это элементы аналитической геометрии. И к ней относятся, значит, работа с трехмерным пространством, векторные пространства, линейные подмногообразия и вот прочая хренотень. Вот, но прежде чем я смотрю, кто-то пропустил стори. Так, прежде чем перейти к разборному материалу, я думаю, нам надо бы разобраться с домашним заданием. Как вам домашнее задание в этот раз? Прикольно. Ну, оно, по-моему, было такое, достаточно простое. Надеюсь, по крайней мере, я хотел, чтобы мы много времени на него не потратили, но при этом было интересно делать. Так, сейчас я открою сами задания. Я просто не успел переключиться после семинара предыдущего. Так, ой, это не то. Так, отлично. Так, смотрите, у нас, да, и сейчас я включу вещание рабочей доски. Так, все, отлично. У нас должна быть знакомая обстановочка, должно быть все понятно. Да, душевно, сбалансированно храпел вебку. Вот, но чувак проснулся, рефлексы его не подвели. Ну что? Будем разбираться с домашним заданием. Если ну, я же там высылал, я про вчера только выслал табличку на заполнение. Есть ли кто-то, кто не заполнил? То есть, я не знаю, или там не смотрел. Отлично. Ну-ка, сейчас проверим. А можно узнать, что значит комментарий справа в таблице у Игоря и у Алексея? Вот, я прям заинтригован.
О, побежали, побежали разноцветные картинки. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. У меня тут супруга в этой же комнате работает. Она сейчас наблюдает за вот этой гирляндой новогодней, которая у меня на экране. У меня просто рабочее место – это такой 55-дюймовый телевизор в центре гостиной. Вот. И ну, нет никакого шансов не наблюдать, что я тут делаю. Вот. Я надеюсь, что киса – это я, а капец – это задача. Вот. Давайте, let's stick to that interpretation. Вот. О, Господи, появились другие слова. Это... Ладно, все, я понял. Это уже превратилось в безобразие. Это превратилось в обычное безобразие. Давайте прекратим его. Вот. Ну, судя по всему, я так понимаю, интерес вызывает последняя задача и, может быть, иногда шестая и пятая. О, третья, кстати, у Бехруза. Хорошо. Так, хорошо, давайте тогда сейчас я пару слов скажу по задачам, которые здесь у нас были. Так, с последней пойдем, как обычно. Хорошо. Так, ну, вы, если что, не стесняйтесь там матом орать в микрофон, это нормально. Вот, ну, я к тому, что нас все равно записывают. Вот, нам не стыдно. Ко мне, кстати, на семинаре в 91-й группе ребята заявились со всякими движущимися фонами. И один пришел, там полуголые девицы танцевали, значит, на его фоне. Он зашел в чат-комнату, да, со словами «Я тут тебе девочек привел». Вот это было очень клево. Вот, так что, знайте. Все а вот то, что мы в прошлый раз с включенными вебками сидели полтора часа, это все теперь будет в истории на Ютубе? Да. Блин. Не, ну там закрытый канал, там закрытые ссылки. Вот. Приватные. Да, приватные. Вот что такое приватное общение, да? Я требую процент с донатов. Хорошо. Так, ладно. Смотрите. Первая задача была на посчитать расстояние от вектора до подпространства заданной системой. Я тут хотел лишь... пару замечаний сказал. Я вижу, что справились все, но смотрите, какая штука. Вот у вас пространство, ну вот пусть у вас есть там, скажем, Rn, и пусть у вас есть стандартное скалярное произведение для простоты x, y. Это не обязательно, чтобы оно было стандартное. Но вот у вас подпространство может быть задано двумя способами. Оно может быть задано с помощью набора векторов, или оно может быть задано с помощью системы. Вот. И, значит, но как считают, как решается эта задача, то есть у вас вот это ваше подпространство U, есть ваш вектор, и вы его раскладываете в две компоненты. Одна это его проекция, другая это ортогональная составляющая. Ну и тут есть много разных способов, как это считать. Значит, можно через формулу АТТ, только не сразу перемножая все матрицы, а последовательно применяя их к векторам. Вот, находить проекцию на подпространство. Но АТТ применяется, когда у вас есть ну, ваше подпространство с помощью байс, когда вы один ВК, линейно независимый, и вот здесь вот есть вот эта формула АТТ. Значит, она делается так. И вы применяете вот это хозяйство к вектору V, который есть вот этот вектор, и таким образом находите красную проекцию вектора V. То есть вот этот вот красный вектор, который здесь нарисован. Вот. И как бы, но здесь, когда ваше пространство задано в виде системы, то смотрите, какая штука здесь. Надо вот о чем помнить, что это означает, что ваше пространство задано в виде вот чего. Вы берете подпространство, натянутое на строки матрицы А, ну, то есть ставите строки в столбцы, и берете к нему ортогональное дополнение. То есть вот на этой картинке, давайте я его с помощью синего нарисую. Вот подпространство U задано вот как... ну, то есть если, A, если строки А задают вот вашу плоскость зеленую U, то вот то, что написано вот здесь, вот, это задает ортогональное дополнение, это вот это синее U на картинке. И тогда, значит, выбирая вот здесь столбцы матрицы А, то есть ну, строки матрицы А, 1АК, это будут строки
ну, порождающей вот этой штуки, то по формуле АТАТА вы находите проекцию уже не на, не на само пространство У, а на... Ой, только здесь У ортогональная сила. Пардон. Вот. Значит, вот. То есть тогда вы находите проекцию с помощью формулы АТАТА не на само пространство У, а находите ортогональную проекцию на его ортогональное дополнение. Вот. И тогда саму ортогональную проекцию вы получаете по формуле разности. То есть вы сначала находите проекцию на ортогональное дополнение, не, то есть вот, вот сюда, вот, которое порождено строками матрицы А, а потом вы читаете само вектор, это ортогональное дополнение, получаете саму проекцию. Вот, вот как бы как находить все эти компоненты. То есть потому что когда у вас что-то задана система, вы просто явно задали его ортогональное дополнение. Вот. Ну и для нахождения расстояния, на самом деле, нужна не сама проекция, а ортогональное дополнение. То есть здесь это еще проще. То есть вы просто применили формулу АТАТА, нашли проекцию на ортогональное дополнение, и длина этой проекции это и будет ответом. Вот. Это небольшое замечание, которое я хотел здесь рассказать. Есть ли какие-то вопросы? Отлично. Следующая задача была про расстояние. Сейчас вопрос. Да. Мы умеем через АТАТА находить вот это вот дополнение? Через АТАТА находить дополнение? Ну, нет, ну, типа ортогональную составляющую. А, ну, ты, смотри. А через, как раз вот во втором случае мы через АТАТА и находим ортогональную составляющую. В первом случае, смотри, значит, АТАТА нам задает вот эту красную проекцию. Она найти ортогональную составляющую. Ортогональная составляющая, она находится тогда вот как. Ортогональная от V, она равняется V минус проекция от V. То есть мы с помощью АТАТА нашли проекцию вот сюда, на, вот сюда вот. Вот. И ортогональную составляющую тогда находим вот по этой формуле. А в этом случае АТАТА нам сразу дает ортогональную составляющую. То есть в этом случае, когда мы пишем АТАТА, это как раз и будет сразу... Ну, только здесь А это не та же самая матрица А. Ну, давайте сами, не знаю, А0. Где, ну, сейчас, сейчас, стоять. А в данном случае это будет та же самая матрица, я что-то отступил. То есть это будет просто та же самая, то есть просто формула задается той же самой, то есть вот та же самая матрица А. Я. То есть вот это сразу задает вам ортогональную проекцию на ну, ортогональную составляющую вектора В. Потому что вот в данном случае вот, как сказать, у вас пространство У ортогональное, это оно натянуто на строки матрицы А, вот. А единственное, что вот что неправильно в формуле, Т надо поменять местами. Здесь должно быть в этой формуле, то есть вместо матрицы вот здесь транспонирование должно. Значит, то есть у тебя у ортогональная задается вот так. И что такое ортогональная составляющая? Это ортогональная проекция на у ортогональная. Поэтому, когда ты считаешь вот по этой формуле, ты находишь проекцию вот ровно на это пространство. То есть оно тебе дает с точностью ортогональное. То есть вот то, что нарисовано здесь на картинке. Я сейчас ответил на вопрос, нет? Да. Игорь был, да? Да. Я просто не помню, кто задал. Вот, хорошо. Теперь смотрите, я хочу картинку нарисовать ко второй задаче. То есть ее все решили, но тем не менее я хочу проиллюстрировать одну вещь. Смотрите, вот формула для расстояния через определитель матрицы Грамма. Если, предположим, у вас есть векторное пространство, натянутое на векторы, ну вот V1, V2, у меня будет на картинке, есть вектор V3. И вы хотите найти расстояние от этого товарища до вот этой плоскости. То здесь мысленно мы делаем следующее. Мы дополняем вот эту штуку до параллелепипеда. Вот. То тогда мы можем как посчитать его объем? Вот этого большого параллелепипеда. То есть объем параллелепипеда натянутого на V1, V2, V3. Это будет объем параллелепипеда натянутого на V1, V2 на вот эту как раз высоту H3, которую нам надо найти. Вот, собственно, вот отсюда берется решение второй задачи. А объем, значит, он считается как корень из определителя матрицы Грамма. Отсюда берется вторая задача.
Вот картинка здесь такая. Значит, третья была длина проекции ребра на диагональ куба. Ну, я думаю, это, скорее всего, сделали все. Это просто формула АТАТА одномерная. Если есть необходимость, я про нее что-то скажу. Вот. Четвертая задача была про угол между вектором и подпространством. Я в прошлый раз про это не успел ничего сказать, но добавил в заметках к задачам семинара, что это значит. На всякий случай просто явно проговорю, чтобы это было перед глазами. То есть, когда у вас есть подпространство, есть какой-то вектор, то что такое вообще по определению угол между вектором и подпространством? Вы берете, перебираете все возможные вектора U, то есть вот у вас есть подпространство U и есть какой-то вектор. И вы делаете следующее. Выбираете, смотрите на угол между V и произвольным вектором U из подпространства. И так как U у вас варьируется, то есть вот этот угол, он принимает каждый раз разное значение. Но вы берете как бы минимальное значение по всем возможным векторам U из вашего подпространства. И вот это минимальное значение по определению и называется углом между вектором и подпространством. Вот. И оказывается, что чтобы его посчитать, ну, нужно просто найти угол между чем? Между вашим вектором и его ортогональной проекцией. То есть вы просто находите ортогональную проекцию, тогда вот угол между вашим вектором и ортогональной проекцией, это и будет угол между вектором и подпространством. То есть угол между V, не тот цвет, забыл переключить. Вот угол между вектором V и подпространством U, это просто угол между V и проекцией ортогональной вектора V на U. Вот и все. Ну, то есть тут вся задача была в том, чтобы найти проекцию, найти угол. Ну, и всегда, когда просят найти угол, подразумевается найти косинус угла, потому что, ну, как бы, когда вы знаете косинус, угол однозначно определен, а там высчитывать, что там для этого косинуса, какой угол конкретно соответствует, это уже отдельная задача, обычно это никогда не требуется. Так, хорошо, пойдем дальше. Это было, по-моему, первые 5 задач уже. Азам... Это 4 было, нет? Это 4. Сейчас, Азам, это... Сейчас, ты спросил про третью задачу? Ой, Бехрус, прости, я путаю. Мне почему-то все... кажется, что Азам имя, а Бехрус фамилия. Пардон, извини, Бехрус. Так, значит, то есть вернуться к предыдущей задаче про длину ребра... вот, как раз я не сказал. Окей, хорошо, я понял. Давайте я тогда... Сейчас, Бехрус, я напишу про... Смотри, когда у тебя есть куб, в Rn. Значит, как у него выглядит диагональ? Диагональ — это такой вектор, составленный из одних единичек. То есть я считаю, что у меня куб, он выходит из начала координат. Вот. То есть, как бы, и я беру диагональ, которая выходит из начала координат и идет в дальнюю точку. То есть тогда диагональ задается вот такой штукой. Теперь, любое ребро, значит, оно будет параллельно осям координат, и ребра — это стандартные векторы, либо минус стандартные векторы. Это ребра. Ну, в зависимости от того, куда они смотрят, вперед или назад. Поэтому вся задача заключается в том, чтобы найти проекцию стандартного вектора на пространство, натянутое на вектор V. А здесь применяется просто явно формула АТАТА. То есть в данном случае матрица А, она состоит просто из одного столбца. Это твой вектор V. Тогда во что превращается АТАТА? Это будет следующее. У тебя тут будет вектор из одних единичек, это матрица А. А транспонированное на А даст тебе число N, то есть тут будет одна N, здесь будет строка из одних единичек. И вот это будет оператор проекции на диагональ. И то есть его надо применить к любому стандартному вектору. И ты получишь ответ. Бехрус, вот сейчас есть вопросы по тому, что я сказал? Нужно ли мне что-то пояснить или повторить? Окей, хорошо. Отлично. Вот. Тут можно было явно решить. Типа я попробовал для вектора, где ну, там единица и много ноликов, и диагональ рассмотрел, и там типа явно можно найти угол просто и посчитать. Ну то есть ты через формулу проекции, через косинус угла. Да, да.
А, окей, можно и так. То есть, как бы, вариантов, да, много. То есть, проекция на один вектор – это всегда просто. То есть, на самом деле, то, что ты говоришь, это вот что такое. Это вот такая вот формула, что проекция на один вектор, вектора U, это считается по такой формуле. Ты берешь V скалярно на U, поделить на V скалярно на V, умножить на вектор V. Вот это вот эта формула явно. Вот та, которая та-та, в одномерном случае превращается вот в эту формулу. Вот что бы вы ни делали, вы на самом деле, в случае, когда вы проектируете на одномерную прямую, вы всегда применяете вот эту формулу, по сути. И это частный случай от АТА. Окей. Все, теперь я надеюсь, что мы действительно разобрались с третьей и четвертой задачей. Так, сейчас, что у нас там было пятое? Пятое было, семейство векторов под углами 60 градусов. Вопрос. Нужно ли разбирать пятую? Есть ли у кого-то вопросы по пятой задаче? У Бехруза. Бехруз, разбираем? Что-то задумался. Ты не дошел. Но давай так, я думаю, рассказать все равно тогда надо, чтобы просто ты хотя бы услышал, как она делается. Или оставим. Окей, поехали. Смотрите, то есть что у меня есть? У меня есть векторное пространство над R. И есть скалярное произведение. И у меня есть семейство векторов V1 и так далее, VK. Так что углы между любыми разными векторами 60 градусов. Мне надо показать, что тогда их количество не превосходит размерность. То есть что... Но смотрите. Что для этого нужно сделать? Для этого мне достаточно показать, что если у меня есть семейство векторов с таким свойством, то тогда они просто линейно независимы. Окей? То есть давайте покажем, что эти вектора просто будут линейно независимы. Смотрите, какая вещь. Что здесь делается? Ну, давайте возьмем какую-то линейную комбинацию. Что такое линейная комбинация? Вот есть какая-то линейная комбинация. Тут можно даже явно расписать, наверное, будет чуть удобнее. Я просто хочу сказать, что когда есть такая линейная комбинация, альфа 1, v1, плюс так далее, плюс альфа k, vk, равно нулю. Давайте скалярно умножим это уравнение на каждый vi-тый. Тогда мы получим что? Мы получим матрицу, которая есть матрица грамма для этой системы v1, vk на альфа 1, альфа k, равно нулю. То есть, если альфа 1, альфа k был набором коэффициентов линейной зависимости для v1, vk, то мы увидели, что альфа 1, альфа k является решением для системы с матрицей Грамма. А какая у нас матрица Грамма? Смотрите, мы изначально выбрали векторы такие, что они все под углами 60 градусов. Но они я могу сделать следующее. Я могу каждый вектор заменить на его нормированную версию, то есть каждый поделить на его длину. То есть если исходные были линейно независимы, то и эти линейно независимы. И наоборот, если мы про эти докажем, что они линейно независимы, то и исходные линейно независимы. Поэтому я могу считать, что у меня все векторы имеют длину 1, и они под углами 60 градусов. А это значит, что матрица Грамма таких векторов, она устроена следующим образом. У нее на диагонали стоят единички, а в ней диагонали стоит 1 вторая, косинус 60. И то есть все, что теперь мне нужно сделать, это проверить, что эта матрица не вырождена. Как это делается? Мы все строчки прибавляем к первой, получаем не нулевое число, а потом пол первой строчки, ну и делаем ее единичной. Потом пол первой строчки вычитаем из всех остальных, и она становится верхней треугольной, и на диагонали у нее будут там числа что-то вроде k плюс 1 пополам и 1 вторая везде. Вот таким образом проверяется, что в этой задаче, если векторы находятся все под углами 60 градусов, то они линейно независимы. Бехруз, есть ли вопрос? Нужно ли мне повторить? Значит, смотри. Я говорю следующее, что, предположим, есть линейная комбинация. Значит, я получаю, что тогда коэффициент линейной комбинации удовлетворяет такой системе.
Значит, так, эту систему я явно посчитал, она имеет вот такие коэффициенты матрицы этой системы. Вот. Эта матрица не выражена, значит, у этой системы только нулевое решение. Все, значит, вектор линейно независим. Окей. Я хочу теперь здесь... Сейчас и... дальше смотри, мы доказали, что это семейство линейно независимо, а линейно независимых векторов не больше, чем размерность. Окей. Теперь смотрите, какая вещь. Я хочу здесь вам сделать одно полезное замечание, которое стоит иметь в виду, когда вы вообще решаете задачу на матрице Грамма. Мы реально доказали следующую вещь. Ну, точнее, она у нас промелькнула между делом, что если у меня есть набор коэффициентов, которые набор коэффициентов линейной зависимости для векторов v1, vk, то есть вот альфа-1, альфа-к является набором коэффициентов линейной зависимости, тогда и только тогда, когда набор альфа-1, альфа-к является решением вот такой системы. Вот такой факт. То есть, как бы, смотрите, что мы сделали. Здесь мы как бы решаем систему, когда у нас просто векторы стоят по столбцам. А здесь мы решаем, то есть вот если я теперь все векторы сложу по столбцам, то есть рассмотрю матрицу, где по столбцам стоят v1 и так далее, vk, то здесь мы смотрим на систему, а x равно нулю. А здесь справа мы смотрим на систему, а транспонированная ax равно нулю. И я утверждаю, что вот такие две системы, они эквивалентны. Окей? И мы с вами воспользуемся слева направо. То есть если левая имеет ненулевое решение, то тогда правая имеет ненулевое решение. Это простая часть, мы как бы умножение на матрицу транспонированной. Это у нас вот там вне координатной формы означало, что я просто беру скалярное произведение с каждым вектором. Это означает в координатах умножение слева на транспонирование. Кто понимает, как доказать справа налево? Почему любое решение правой системы является решением левой? А у нас А вырождена или нет? Или мы ничего не знаем? Мы ничего не знаем, а любая. Она вообще не квадратная, она прямоугольная. Ну, то есть, смотрите, я сейчас вам доказал в простую сторону, вот в эту. И вас спросил вот в эту сторону. Смотрите, отлично. Вот, последнее предложение. Отлично. Смотрите, давайте покажу, как это делается в обратную сторону. Давайте сначала покажу в координатной форме, потому что на матрицах, наверное, будет просто понятнее. Смотрите, если вот это верно, а транспонированное АХ равно нулю, то отсюда следует, что х транспонированное АХ равно нулю. А это то же самое, что AX транспонированное на AX. А это то же самое, что скалярное произведение AX на AX. То есть, а если AX скалярно на AX равно нулю, это означает, что AX равно нулю. Все. Откуда первый переход? Там, где x транспонированное появилось. Смотри, если вот это равно нулю, то после домножения слева на x транспонирование оно тоже останется нулем. Это первый переход. То есть вот про это, правильно? Да, да, понятно. Я просто домножил. То есть это матрица, то есть это как бы вектор получается, который равен нулю. Если я слева домножу на x транспонирование, все равно будет ноль. А дальше просто я вижу, что это выражение, это просто скалярный квадрат вектора AX. Ну, действительно, вот посмотрите, вот здесь это как бы, тут не хватает, как бы x транспонированное на вот эту вот матрицу на x. Окей? Давай так, есть ли какой-то вопрос, потому что сейчас произошло? Нужно ли мне пояснить? Отлично. Смотрите, по поводу бескоординатной формы. Я хочу сказать, что как вот бескоординатной формы это увидеть? Вот давайте посмотрим вот на это равенство. Я хочу сказать следующее, что вот я могу
Что такое матрица грамма? Матрица грамма – это когда я делаю следующее. Давайте я вот это умножу на вот такую вещь. Но вот здесь идет умножение в смысле скалярного произведения. То есть умножить вот этот столбец v1 vk на вот эту строчку v1 vk, это значит рассмотреть такую матрицу. v1 на v1 умножить – это скалярный v1. v1 на v2 – это скалярный v1 на v2 и так далее. Тогда вот домножение вот этой штуки слева на вот такую штуку, это что получится? Значит, получится как раз, ну вот, правая часть, когда вот здесь вот я домножил на альфа-1, альфа-к транспонированное. Вот. А это, с другой стороны, это выражение, это то же самое, что сумма альфа-ите в-ите скалярна на сумма альфа-ите в-ите. Ну, то есть, как бы, это вот ровно то же самое рассуждение, которое было здесь. То есть, если правая часть равна нулю, то, домножая на вот такой вектор слева, мы получаем вот такое выражение, а оно, это есть просто вот такой скалярный квадрат вот этой линейной комбинации. То есть, скалярный квадрат этой линейной комбинации равен просто правому вот этому выражению, домноженному на слева вот на такой вектор транспонирования. Окей. Так, это есть. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Так, теперь две задачи осталось. Про объемы и про сигнатуру. Так, задача про объемы. Это любимая задача первокурсника. И некоторых первокурсниц. Так, все мои шутки остаются тоже с нами на YouTube. Так, смотрите, что у нас есть? У нас есть, там, сейчас, по-моему, Rn просто. Да, Rn со стандартным скалярным произведением. Значит, смотрите, я беру Rn со стандартным скалярным произведением. Вот, и хочу доказать, что определитель вот такой вот матрицы, составленный, x и t это векторы из Rn, n штук. И я хочу доказать такое неравенство, что это не превосходит, чем произведение длин этих векторов. Вот. Есть ли у кого-то вопросы по этой задаче? Я сейчас не помню, там все ее решили, нет? Есть вопросы. О, Господи. Я посмотрел в эту таблицу с решенными задачами. Лучше бы я ее не открывал. Я закрою. Сделаю вид, что я не видел, что там происходит. Так. Значит, то есть вот здесь длина вектора, я не знаю, там, он, по-моему, травил свои шуточки с экрана, когда я еще не родился, вы-то откуда его знаете, это же я не знаю, как, я бы сейчас советские черно-белые фильмы, там, какие-нибудь «Волга-Волга» бы вспоминал. Так, хорошо. Как вот это древение доказывается? Ну, смотрите, во-первых, мы можем доказать более сильную штуку, что просто вот модуль определителя не превосходит правой части. О, отлично, вот Антон единственный нормальный современный человек. Он понятия не имеет, что это за рожный, но смотрит сейчас там из таблицы с домашними заданиями. Вот. Сразу видно, современный человек. Вот. Не то, что мы старперы. Так, хорошо. Значит, давайте вернемся к задаче. Значит, я не знаю, если у кого-то есть вопросы по самой формулировке, то задавайте, если нет, я надеюсь, что вопросов нет, то тогда, значит, смотрите. Как вообще эта вещь доказывается? Ну, давайте посмотрим на вот эту штуку. Так у меня стандартное скалярное произведение, то тогда модуль определителя это просто объем параллелепипеда, натянутого на векторы x1, xn. И я хочу показать, что объем параллелепипеда, натянутого на векторы, не превосходит произведение длин этих векторов. Вот. Но я надеюсь, что это утверждение оно теперь должно быть понятно, и формально доказывается, оно просто по индукции. Значит, что вот у нас есть картинка, вот набор векторов v1, vk минус 1, наверное, лучше не vk минус 1, а vn минус 1. Есть вектор vn. Тогда этот объем, он как считается? Объем основания на высоту hn. То есть объем вот этого товарища, параллелепипеда, натянутого на x1, xn, это есть объем параллелепипеда, натянутого на x1 и так далее, xn минус 1, умножить на высоту hn. Тогда вот здесь вот мы получаем индукцию,
что это не превосходит произведение длин. А здесь мы видим, что HN по теореме Пифагора она не превосходит длины n-того вектора. Здесь будет наш xn. А только я на картинке v нарисовал. Ну, считаем, что v и x это одно и то же. Вот. В общем, вот таким образом мы получаем это утверждение. Это утверждение, значит, если есть вопросы, задавайте. Если нет, я сейчас просто хочу переформулировать это утверждение немножко в другой форме, в которой оно менее очевидно, что когда у вас есть симметричная положительно определенная матрица, пусть у вас А это матрица, которая симметричная и положительно определенная. То есть, у вас x транспонированная АХ строго больше нуля, когда x не равно нулю. Окей? Тогда определитель такой матрицы, он не превосходит произведение ее диагональных коэффициентов. Вот это следующая задача, которая плавно вытекает из этой. Давайте вот так вот отдалю, чтобы было видно. Кто понимает, как эти задачи связаны, и кто может объяснить вторую? Молчание. Я жду. Объяснить в смысле всю задачу? Ну, вот, нет, кто может вывести... Давай так, я вот сейчас рассказал вот эту задачу. А кто может из нее вывести вот эту нижнюю? Хорошо, давайте объясню как. Тут вещь, которую вам нужно заметить, такое, что если матрица симметричная, положительно определенная, что это значит? Это значит, что она задает скалярное произведение, правильно? То есть у вас x транспонированное, а y это скалярное произведение. Так? А для скалярного произведения мы знаем, что мы можем сделать такую замену координат, что матрица скалярного произведения превратится в единичную. То есть существует такая c обратимая, что c транспонированное ac равняется e. Или что отсюда следует, если я в качестве d положу c в минус 1, что a равняется d транспонированное на d. То есть положительная определенная симметричная матрица – это такая матрица, которая представляется в виде d транспонированное на d. Наоборот, если матрица представляется в виде d транспонированное на d, то она обязательно не отрицательно определена. Чтобы она была положительно определена, она при этом должна, матрица d должна быть полного ранга. Окей? Вот, поэтому, как только мне дана симметричная положительная определенная матрица, я всегда могу представить вот в таком виде d транспонированное d, где d — это обратимая матрица, то есть все столбцы линейно независимы. А теперь смотрите, какая вещь. Что такое, то есть если я теперь возьму столбцы матрицы d, обозначу за x1, xn. Тогда что стоит на диагонали матрицы А? На диагонали матрица это просто матрица грамма векторов x1, xn. То есть на диагонали матрицы А стоят вот такие элементы. То есть произведение диагональных элементов матрицы А это просто произведение квадратов длин векторов. А с другой стороны, если я теперь посчитаю объем параллелепипеда, натянутого на векторы x1, xn, я знаю, что в квадрате, что это будет определитель матрицы Грамма этих товарищей, а это будет просто определитель d в квадрате. И таким образом, матрица D, она по столбцам как раз состоит из векторов x1, xn, и таким образом задача сведена к предыдущей. Если кто-то, кто не понял и кому нужно повторить, давайте я сейчас отодвину рабочий стол, чтобы было видно целиком. Вот так вот. То есть должно быть видно сейчас первую. Сейчас, у меня что-то вот эта хренатень здесь.
мешается. Вот, сейчас должна быть видно первую задачу и, значит, ту, которую я сейчас объяснял. Знаете, а кто считает, что он понял? Есть такие? А, окей, хорошо, просто у меня такое было подозрение, что я сейчас совсем паршиво рассказал. Так, а если кто-то, кто считает, что он не понял, или у него есть сомнения? Или а что почему, мне что-то... Почему в матрице А у нас только такие элементы будут? Что скалярное произведение на диагонали? Или другие тоже будут? Нет, другие тоже будут, там просто будет XI на XG. Просто это матрица Грамма. Просто если ты смотри, вот что такое матрица D? По столбцам стоит x1, xn. Здесь по строкам стоит x1, xn. И когда ты перемножаешь D транспонированным на D, это и получается матрица Грамма векторов x1, xn. Относительно стандартного скалярного произведения. Еще есть какие-нибудь вопросы? Окей, хорошо. Вот. Ну, то есть, смотрите, самая главная вещь, которую вы отсюда должны вынести, что когда у вас матрица А является симметрической положительно определенной, тогда это представляет, когда она представляется в виде D транспонированной D для некоторой квадратной обратимой матрицы, невыраженной. И другое дело, что матрица А не отрицательно определена, тогда это представляет, когда она представляется в виде D транспонированной D, где D любая матрица, может быть, даже прямоугольная. Вот. Я, по-моему, про неотрицательные матрицы когда-то вам рассказывал чуть раньше, про такой критерий. Но могу ошибаться. У меня в голове уже каша после таких долгих перерывов и перехода в онлайн. Вот. То есть, как бы, вот это ключевой шаг. А после этого она просто сводится вот к той. Ну, то есть, а вообще, это задача, которая ставит многих на колени. Докажите, что если у вас есть симметричная положительная определенная матрица, то ее определитель не превосходит произведение диагональных элементов. И вот это прям совсем паника. Ну, потому что представьте, что вот получается, что у положительно определенной симметрической матрицы в ней диагональные элементы, они только уменьшают размер определителя. И вот это кажется вообще дикостью. Вот оказывается, вот такой эффект верен для положительно определенных матриц. Так, хорошо. И осталась последняя задача. И 40 минут на все остальное. О, Господи, как же я... Простые задачи. Ладно. Значит, давайте... Мы можем задержаться, если ты там не торопишься. Главное, чтобы просто этот аккаунт не понадобился дальше. Дело в том, что я сейчас сижу... Мы можем просто, если понадобится, можем переключиться потом на бесплатный аккаунт, на мой. Я просто создам конфу. И без записи. И без записи, да. И там уже можно будет по полной программе. Вот. Но это уже будет для желающих, то есть я не могу формально требовать от вас ответ, но я постараюсь рассказать все, что надо. Явка больше будет без записи, там все что угодно. Понятно. Хорошо. Смотрите, давайте теперь последняя задача. Последняя задача у меня было, значит, векторное пространство и на нем билинейная форма, вещественное векторное пространство, она симметричная, и у нее сигнатура PQ. То есть у нее P единиц и Q минус единиц в сигнатуре, и она у меня невыраженная. Вот. И дальше нужно было вот что показать. Пусть у меня W такое подпространство в V, что когда я ограничу бета на W, она становится положительно скалярным произведением. Положительно определена. Тогда надо показать, что размерность W не превосходит P. Второе, у меня W подпространство такое, что бета ограничить на W тождественный 0. Тогда надо показать, что размерность W не превосходит минимума из P и Q. Окей? То есть там немножко по-другому было это сформулировано. Значит, ну, первое было сказано, что ограничение положительно определено, а второе было сформулировано, что бета от WW равно нулю для любого вектора W. Вот. Есть ли у кого-то вопросы по формулировке или по тому, как эти формулировки связаны? Все ли понимают, как формулировка пункта 2 связана с исходной формулировкой? Почему это одно и то же? Есть ли у кого-то вопросы по этому? А, просто все повторить. Хорошо. Смотрите, есть билинейная форма на векторном пространстве V, вещественном, у которой в сигнатуре она симметричная, поэтому она диагонализуема, и, значит, у нее сколько там плюс единичек, сколько там минус единичек, сколько нулей на диагонали. Но я требую, чтобы у нее на диагонали были только единички и минус единички. Нулей не было. То есть P единиц и Q минус единиц. Вот, то есть у меня пространство размерности P плюс Q.
Теперь, пункт первый. У меня есть подпространство такое, что на него моя билинейная форма ограничивается как положительно определенная форма. То есть это означает, что если я начну перемножать только вектора из W с помощью билинейной формы, у меня будет получаться положительно определенная форма. То есть W маленькая, бета от W маленькая строго больше нуля для любого ненулевого бета. Вот оказывается, что тогда такое подпространство не может быть размерности больше, чем P. Это положительный индекс инерции. Ну и на самом деле максимум достигается, и он равен P. Это геометрический смысл положительного индекса инерции. Вот. А, значит, теперь второй пункт говорит следующее, что если я свою билинейную форму ограничу на W и получу тождественный 0, то тогда размерность W не превосходит минимум из P и Q. Данил. Окей? Хорошо, смотрите, давайте так. Я сейчас покажу самый простой способ это доказывать. Сделаем следующее. Давайте вначале приведем нашу билинейную форму в каком-то байесе к диагональному виду. И пусть вектора этого байеса будут E1, EP, F1, FQ. Вот это будет тот базис, в котором форма имеет такой вид. Тогда я определю два подпространства. V плюс это будет подпространство, натянутое на E1, EP, и V минус это будет подпространство, натянутое на F1, FQ. Тогда заметим, что билинейная форма ограничивается на V плюс в виде единичной матрицы. То есть, если я ограничу, рассмотрю соответствующую, ну, то есть, когда я рассмотрю билинейную форму вот здесь, бета от VV на вот этом пространстве, она строго больше нуля для ненулевого вектора V. А если я рассмотрю билинейную форму на вот этом пространстве, оно будет всегда значение строго меньше нуля для ненулевого вектора. А теперь смотрите, какая вещь. В пункте 1, если я возьму... Да, и как связаны размеры этих пространств? У V плюс размерность P, у V минус размерность Q. Теперь возьмем W из первого пункта. То есть мы знаем, что бета ограничена W, получается положительная форма. Но тогда я хочу сказать, что W пересекает V минус по нулю. Ну, потому что если у меня есть какой-то вектор не нулевой из W, то у меня должно быть бета VV должно быть больше нуля, потому что на W мы строго мы положительно определены. Но так как мы в V минус, должно быть бета от VV меньше нуля, поэтому пересечение может быть только по нулевому вектору. А отсюда следует, что размерность W не превосходит N минус размерность V минус. N это P плюс Q, размерность V минус это Q. То есть это P. Все. Есть ли вопросы? Отлично. В общем, аналогично делается второй пункт. То есть для второго пункта нам нужно показать следующее, что так как бета ограничена W равна тождественно 0, то отсюда следует, что W пересечь V плюс будет нулевое. И W ограничить, пересечь V минус будет нулевое. Вот первое неравенство нам дает оценку, что размерность W не превосходит Q, то есть здесь дается оценка для Q, а здесь дается оценка для P на размерность. Вот абсолютно аналогично. А это разве не значит, что W это просто 0? Нет, это не значит, что W это просто 0. Вот пример. Если ты возьмешь форму вот такую, значит, 0, 1, 1, 0, то W подпространство, натянутое на E1. Сигнатура такой формы 1 и минус 1. То есть это не нулевое пространство W, и твоя форма на него ограничивается тождественным нулем. Если твоя форма уже диагонализована 1, минус 1, 0, 0, то в качестве W надо рассмотреть подпространство, натянутое на E1 плюс E2. Окей? Дим. Окей, да, тогда вопрос. Просто у меня было какое-то решение, про которое я был не уверен. Допустим, берем просто базис, вот, базис, короче, строим билинейную форму по базису там из векторов из W, то есть базис W, и дополняем до полного базиса. И строим по этому билинейную форму. Потом диагонализуем на соответственных первых векторах, на которых построено W. Диагонализуем это. И там получается сколько-то единиц и минус единиц.
в каком, значит, и... А там могут получиться только единицы. Получится только единицы. Ну, потому что на ограничение на дабл положительно. Окей, но все равно получается, там же, если у нас форма по, значит, форма по всему W0, то, ну, если есть единица, то можно так... Извини, ты про второй пункт. Окей, да, про второй пункт. Нет, ну там, нет, если форма на всем W0, то этот блок получается чисто нулевым. То, что ты сделал следующее. Ты, да, я ниже опущусь, просто запишу. Я что-то на первый пункт переключился. Значит, ты сказал следующее, что вот ты взял вот этот кусок, он соответствует W. И когда ты диагонализовал... А, нет, когда ты начинаешь диагонализовать, проблема вот в чем. Что у тебя вот этот кусок, он нулевой. И когда ты начинаешь диагонализовать, то ты тогда должен делать вот такие операции, и ты уже выходишь как бы из W. Окей, понял. Вот. Понял. Вот, поэтому как бы тут непонятно, что делается. То есть я не знаю, как это довести, потому что ты как бы портишь W. Тут скорее надо сделать так, что надо понять следующее. У тебя есть такая форма, вот тут какие-то блоки, а здесь будет А транспонированная, здесь D. Ты знаешь, что вот такая матрица имеет сигнатуру PQ, размер этого блока K, и тогда ты хочешь показать, что K не превосходит P и K не превосходит Q. Вот как бы вот в чем техническая задача, как бы через такое решение. Что ты знаешь, что у твоей симметричной матрицы, матрицы сигнатуры PQ, вот здесь есть угол, ну, блок нулевой на диагонали размера k на k, вот тогда ты хочешь показать, что эти два неравенства. Я сейчас сходу не скажу, можно как это докрутить. Скорее всего, оно доводится, но сходу я сейчас не сделаю. Не хочу просто выдумывать. Окей. Можно вопрос про первый пункт? Да. Да. Вот там почему в V не может быть вектора типа E1 плюс F1? То есть понятно, почему вот с V минус пересечение 0? Нет, такой может быть. Такой может быть. Я не говорю, я говорю, что векторов линейной комбинации F и так не может быть. Угу. Я только это показал. Я показал, что W с V минус пересекается по нулю. А с V плюс они никак не связаны. Самое главное другое, что если у тебя есть пространство W пересекается с V минус по нулю, то максимальная размерность W, то есть W тогда с V минус образует прямую сумму. То есть размерность W плюс размерность V минус не превосходит размерности всего пространства. Понял. Вот отсюда я беру оценку. То есть я не говорю, что у меня... То есть как бы вот в этом и фишка, что я не знаю, как оно связано с E-итами. Я знаю лишь, что с F-итами я никак не пересекаюсь. Понял. Спасибо. Отлично. Так, ребят. Я предлагаю поехать и начать заниматься серьезными вещами. Значит, мы сейчас хотим пообсуждать с вами новый материал. И я должен буду поговорить про две вещи. Я должен буду поговорить про векторные произведения и про линейные многообразия. Вот. Значит, смотрите. Во-первых, самая важная вещь про векторное произведение, которую вы должны запомнить. Вот до этого мы с вами все обсуждали в произвольном n-мерном евклидовом пространстве. Векторные произведения существуют только в трехмерном пространстве. Вот если вам скажут там, в R4, что такое векторное произведение двух векторов, вы должны человеку сказать, ты дурак, в R4 его не существует. Все. Вот. Значит, там есть всякая теория, которая пытается обобщать там, на какие-то другие размерности понятия векторного произведения из каких-то там соображений, но классическое векторное произведение только в трехмерном пространстве. На плоскости его нет. То, что вам в школе рассказывали про векторное произведение на плоскости, это на самом деле его огрызок из трехмерного пространства в частном случае. Вот. Никакого векторного произведения на плоскости не бывает, как и в любых других размерностях, кроме третьего. Вот это самое главное, что нужно запомнить. Если вы это запомнили, это уже 99% успеха ваших знаний про векторные произведения. Вот, теперь, с чего мы начинаем? Мы начинаем с R3, у которого зафиксировано скалярное произведение, и пусть оно будет стандартное. Ну, то есть можно тут начинать и бескоординатно, но я вот хочу в координатах все это сделать. И у нас здесь в R3 есть обязательно выделенный базис. Это стандартный базис E2, E3. E1, E2, E3 – это стандартный базис. И в прошлый раз я с вами обсуждал, что значит ориентация базиса. То есть все базисы в евклидовом пространстве, ну, в векторном пространстве можно поделить на два сорта. Как бы положительно ориентированные, отрицательно ориентированные. Ну, точнее как, их можно поделить на два сорта, а какой из них выбрать положительным, какой отрицательным, зависит от нас. Вот сейчас я хочу сказать, что пусть вот этот стандартный базис будет положительно ориентирован. Это просто вопрос моего выбора, я так хочу. То есть пусть он будет положительно ориентирован.
тогда это значит, что я все базисы после этого разделил на положительные и отрицательные. И на всякий случай напомню, как это делается. То есть, если у меня матрица перехода от этого базиса к другому имеет положительный определитель, то тот другой тоже положительный. А если имеет отрицательный определитель, то тот другой будет отрицательно ориентированный. Вот. Таким образом, у меня зафиксировалась ориентация. Ну и, значит, если есть другой базис, F1, F2, F3, то, значит, и вот если у меня матрица перехода от стандартного байса к любому другому, это значит, что если координаты F1, F2, F3 находятся по столбцам, то есть я просто смотрю на определитель. Он больше или определитель меньше? То есть таким образом, что когда мне дали новый байс F1, F2, F3, он положительно ориентирован тогда только тогда, когда эти векторы поставлю по столбцам, там F3 без горизонтальной черты осталось. F3 без горизонтальной. Здесь через запятую. Здесь я смотрю на них F1, F2, F3. А, тьфу ты! Я понял, я юбочку забыл нарисовать в букве. Все. Это было хорошо. Вот. Значит, смотрите, то есть в трехмерном пространстве, да, того стоило, согласен. Это хорошее замечание. Значит, я буду тренироваться, чтобы не делать таких ошибок. Значит, тут F2, кстати, вот тоже очень страдает, я тебя поправлю. Значит, смотри, то есть если вы в это вообще вопрос RN. Если вы в стандартном, если у вас стандартный байс в RN является положительно ориентированным, то любой другой байс, когда вы его поставили по столбцам, его ориентация определяется просто по знаку определителя. Потому что именно эта матрица и дает вам матрицу перехода от стандартного байса. Вот. Теперь смотрите, какая вещь. Давайте я подвину немножечко ниже. Теперь в вашем трехмерном неевклидовом пространстве есть вот какая штука. А, давайте, это вообще общее тоже, блин, надо было, не туда посмотрел, давайте я сделал общее сначала замечание. Это задача про поднятие индексов, которую я вам в этом году не давал, ибо и так было куча всякой абстрактной лабуды в качестве домашнего задания. Смотрите, пусть у вас есть V евклидового пространства. Тогда у вас есть естественное линейное отображение из V со звездочкой. А именно, каждому вектору V вы ставите линейную функцию скалярное произведение с V. И вот это линейное отображение, оно инъективно. То есть, если был вектор не нулевой, то ему соответствует не нулевая функция. И, и так как оба пространства имеют одинаковое размер, то это всегда изоморфизм. Таким образом, любая линейная функция на V представляется в виде скалярного произведения с некоторым вектором. И в координатах это отображение выглядит следующим образом. То есть, если у вас есть Rn, у вас есть стандартное скалярное произведение, то вот это Rn со звездочкой. Что такое Rn слева? Это столбцы A1, AN. Что такое Rn справа? Да, как, ну, что имеется в виду, что я отождествил V с Rn, значит, что я выбрал базис E1, EN. V со звездочкой я отождествил с Rn, это значит, что я в V со звездочкой выбрал двойственный базис. Значит, тогда, значит, это отображение, оно просто превращается в отображение вот такой вот транспозиции. То есть вектор с координатами A1, AN превращается в линейную функцию с координатами A1, AN. Вот как устроен вот этот изоморфизм явно в координатах, когда вы здесь берете базис E1, EN, а здесь берете двойственный базис E1, EN двойственный. Вот тогда V превращается в RN, столбцы V со звездочкой превращаются в RN строки, и вот это отображение превращается вот в такое отображение транспонирования. Это его явный вид. Вот. Ну и еще по-другому мы про эту штуку можем думать так, что как бы, когда у вас на RN есть линейная функция, она задается обязательно матрицей A1, AN, и что это значит, что она задается по формуле x идет в A транспонированное x, и вот A это и есть тот самый вектор, который, то есть здесь написано как раз скалярное произведение A и x. Вот это разные формы этого утверждения. Поэтому, как только у вас есть какая-то линейная функция, ей всегда соответствует какой-то вектор. То есть это способ строить вектора по линейным функциям. Просто линейные функции у вас могут быть заданы не явно вот так вот в виде А-транспонированное x, а каким-то другим описанием в виде композиции каких-то отображений. И вот тогда с помощью вот этого механизма вы можете по линейной функции построить некоторый вектор. Есть ли вопросы сейчас? Окей. А вот теперь переходим опять к трехмерному пространству. Смотрите, в трехмерном пространстве я вот хочу какую функцию рассмотреть. Значит, в R3 я беру два вектора, A и B. И X — это как бы неизвестный вектор.
тогда у меня есть функция fiat x, которая есть объем, значит, ориентированный объем от параллелепипеда, натянутого на эти три вектора. Вот это будет линейная функция по x. Почему? Потому что в координатах, это просто будет определитель от матрицы, где я по столбцам поставил вот эти векторы. И так как я знаю, что эта линейная функция по предыдущему факту, она представляется в виде скалярного произведения с некоторым вектором. И вот этот вектор v, он и называется векторным произведением векторов a и b. То есть ваша линейная функция, она зависит от векторов a и b. Вот. И поэтому вот этот вектор, так он зависит от вашей линейной функции, то есть это вектор, который зависит от векторов a и b. Вот. Вот это что такое. Окей? Так, теперь давайте посмотрим на то, как этот вектор v явно считается. Для него есть явная формула. А именно, давайте сделаем вот такую вещь. Пусть у вас вектор А имеет координаты А1, А2, А3, вектор Б имеет координаты Б1, Б2, Б3, и Е1, Е2, Е3 – это стандартный базис. Тогда вы можете рассмотреть такую картинку. Матрицу, которую вы заполняете, одну строчку заполняете векторами, а другие две строчки вы заполняете координатами векторов А1, А и Б. Тогда, если вы примените формально формулы для вычисления определителя вот этой матрицы, просто как вот картинку, то вы увидите, что там будет встречаться произведение двух чисел одного вектора и дальше суммы. То есть эта формула имеет смысл. И она равняется, ну вот если я применю разложение по первой строке, ну вот там некоторые миноры на Е2, на Е3. Ну вот скажем, здесь будет минор А2, А3, Б2, Б3, ну, другие и так далее. Я их заполню. Только там вторым минус должен быть. Там вторым минус должен быть. Разложение по В зависимости от того, какой минор я поставлю. В каком порядке я поставлю векторы. Ну, хорошо, тогда давай я напишу. Здесь будет А3, Б3, А1, Б1. Просто я ставлю в другом порядке. А что? Ну, Е1, Е2, Е3 это базис стандартный? Да, Е1, Е2, Е3 это стандартный базис. А как мы А1, А2, А3 это числа. А как мы в матрицу засунули векторы и числа? Ну как? Что такое матрица? Это картинка на листе бумаги. Я просто беру в этой картинке, в первой строке рисую векторы, во всех остальных строчках рисую числа. Вот и все. Правильный вопрос. Как я считаю определитель? Определитель я считаю по формуле. Что говорит мне формула для определителя? Я должен что сделать? Должен взять вот эту букву, умножить на эту букву, умножить на эту букву. Это буква вектор, это число. Я могу такую штуку составить? Могу. И взять ее с плюсом. Потом я должен взять вот эту букву, умножить на эту букву, умножить на эту букву. Это вектор на число. Так я могу умножить и взять с плюсом. Он должен там, не знаю, взять эту букву, эту букву, эту букву. Это два числа и вектор перемножить. Я могу так сделать и взять с минусом и так далее. То есть обычная формула просто для определителя формально, она работает. То есть если у меня среди строчек встречается не более одной строки, заполненной векторами, а все остальные строчки числами, то у меня просто работает формула для определителя. Формально. Магия. Окей? И определителем является вектор. Да, и определителем является вектор, вот тот, который написан. То есть все те же формулы разложения по строке верны, там вот все свойства. То есть я хочу сказать, что определитель может, вот матрицу, если заполнить так, одну строчку заполнить векторами, а все другие числами, то вся теория определителя работает. Все то же самое можно делать. Ну, потому что все эти формулы, которые мы делали, мы пользовались тем, чтобы вот все эти выражения имели смысл, который мы написали. А когда, то есть, как бы, если бы у тебя две строчки были бы с векторами, то, конечно, вектор умножить на вектор, такого нет. А вот когда только одна строчка из векторов, остальные числа, то у тебя возникает либо число умножить на число, либо число умножить на вектор. А все эти операции у тебя есть. И все работает. Круто? А зачем это надо? Это нужно для того, чтобы запомнить эту формулу. Вот если ты возьмешь вот такой определитель, то вектор, составленный вот из этих координат, это и будет векторное произведение. То есть вот это явно записаны координаты векторного произведения. Давайте я тут их для полноты тогда уже запишу. А1, А2, Б1, Б2.
То есть вот это координаты векторного произведения двух векторов. Это как их явно посчитать? Просто это правило, как запомнить формулу. Просто я бы мог вам сказать, что координаты векторного произведения считаются вот так, по таким правилам. Каждый день бы вы бы по 3 раза в день бы учили бы ее наизусть и по 4 раза в день забывали бы, какие координаты как высчитываются. А вот эта формула, ее легко запомнить. Вы просто пишете 2 вектора по строчкам, сверху строчку из стандартного байеса, и применяете формальные правила для вычисления определителя, разложения по первой строке, и тогда получаете ровно нужный вектор. Потому что если вот так вот у меня вектор по стандартному байесу разложен, это означает, что вот эта штука, это его первая координата, это вторая, это третья. Окей? Есть ли сейчас вопросы? Хорошо. А теперь давайте вот что посмотрим. Я хочу сказать, что если я теперь возьму АБ умножить скалярно на х, я хочу сказать, что это будет ориентированный объем от параллелепипеда, натянутого на АБХ. Или что то же самое, что это det от АБХ. Давайте я вот это поясню. Откуда вот это берется? И вот здесь я хочу сделать вот что. Давайте рассмотрим вот этот определитель от АБХ. Я его напишу сейчас вот здесь внизу. Я напишу сначала вот такую штуку. Ну, я ее могу разложить. Это уже обычный определитель от чисел. Я его также могу разложить по вот этой вот формуле, по первой строке. Получается такая штука, так? И теперь я отдалю и 2 формулы, чтобы вот эта формула и вот эта была вместе. Смотрите, определитель вот этот, я могу сделать что? Переставить 2 раза строчку x вниз и потом транспонировать. Это получится ровно вот этот определитель. Так? С другой стороны, из-за того, что я вот так вот разложил по строке, это получилось следующее, что это скалярное произведение вектора x с вектором, который имеет вот эти координаты. А эти координаты — это ровно те координаты, которые были вот здесь. То есть то, что здесь написано внизу, это скалярное произведение вектора АБ с вектором х. Это объясняет вот это равенство. Почему вот такой определитель равен вот такой штуке, а мы знаем, что это определитель, это к тому же еще и ориентированный объем такого параллелепипеда. Есть ли вопросы по этой штуке? Окей. Смотрите, для чего я это все рассказываю? Вот если вы вот эту штуку умеете показывать, то отсюда вы абсолютно все свойства векторного произведения вытащите. То есть, когда вам надо будет доказывать какие-то свойства векторного произведения, понимать, откуда они берутся, они все берутся вот ровно из этого равенства. Вот. Вот эта левая часть, она еще по-другому называется смешанное произведение, и у нее есть следующее обозначение. Здесь А, запятая Б, запятая Х. Это просто обозначение, называется смешанное произведение. Смешанное, потому что у вас используется векторное и скалярное вместе. Вот, и оно просто равно ориентированному объему отсюда. Это его геометрический смысл. Вот, теперь давайте поговорим о формальных свойствах векторного произведения. Что вы вообще про него должны знать? Значит, из формальных свойств вы должны знать следующее, что векторное произведение ведет себя как умножение. То есть оно как умножение. То есть, как бы, когда вы берете А1 плюс А2, запятая Б, это есть А1 векторное на Б плюс А2 на Б. Скаляр можно выносить аналогично по второму аргументу. Дальше есть еще такое вот правило, что А векторно на Б равняется минус Б векторно на А. И есть еще такая штука, как, ну, она называется тождество Якоби или Якоби. Вы делаете так, пишите 3 раза подряд. Ой, пардон, не так. Пишите вот это выражение ABC. И потом все буквы сдвигаете по циклу. А потом навешиваете скобки. Например, сначала вот сюда. Ну, то есть всегда сначала только на правый, потом левую. Всегда только на правый, потом левый. И потом складываете. Это должно получиться 0. Это тоже Якоби. Да, это дичь, но у тождества Якоби есть другая, более удобоваримая форма. Она называется дифференцированием, а именно я могу перенести все вот это в правую сторону, и тогда смотрите, какую штуку могу написать.
я сейчас сначала напишу это. То есть плюс... Вот пользуясь свойством, что AB равняется минус BA, то же самое кубе можно переписать так. А здесь смотри, как на это можно смотреть. Я сейчас подчеркну красным. Вот на вот умножение B и C с помощью, ну, векторное умножение, я смотрю как на как бы произведение функций. А на умножение на А, вот на вот это последнее умножение, я смотрю как бы как на дифференцирование. Тогда то, что здесь написано, это правило Лейбница. Продифференцировать произведение, это все равно, что продифференцировать первый множитель и умножить на второй, или продифференцировать второй и умножить на первый. То есть это правило Лейбница с сохранением порядка аргументов. То есть вот это теперь здесь внешняя операция, это ваше произведение, а внутренняя операция, это как бы дифференцирование. И это на самом деле вот имеет некое отношение там к всяким формальным дифференцированиям. Но вот это один из способов, как запомнить тоже свою Лейбница, это его дифференциальная форма, это тоже свою Лейбница. Так. Отлично. У меня, как обычно, 10 минут, и я должен вам рассказать еще кучу всего. Значит, давайте я еще полезные вещи тогда расскажу. Я тогда сделаю так. Я вам сейчас расскажу все, что нужно знать для векторного произведения. Вот. И ну, линейное многообразие, видимо, ну, либо в следующий раз, либо, если вы захотите, можно будет сейчас действительно после семинара еще минут там, 15 буквально потратить. То есть мне много не надо времени, мне просто надо рассказать про них. Значит, смотрите, что нужно понимать про векторное произведение? Про него надо понимать его как бы геометрический смысл. Значит, верно следующее, что вот если вы берете два вектора А и Б, то как устроен вектор для векторного произведения? Вектор для векторного произведения он будет ортогонален обоим векторам А и Б. А чему равна его длина? Его длина равна площади вот этого параллелепипеда. И куда он будет смотреть? Он будет смотреть вот куда. Вам надо, чтобы векторы А, Б и векторное произведение АВ образовывали положительно определенный базис. И как это понять? Это понять так. Вот вы берете вот три вектора А, Б и векторное произведение. У вас как бы вот считаете, что это ваши Е1, Е2, Е3. Тогда у вас есть вектор, вот, который как бы сумма их, вот, который здесь между ними смотрит. Вот если вы как бы встанете на кончик этого вектора и будете смотреть в сторону ваших трех векторов, то вы их должны видеть вот в таком порядке, когда вы обходите против часовой стрелки. Вот тогда, если вы, обходя против часовой стрелки, сначала видите А, потом Б, потом векторное произведение, значит, вы нарисовали правильно. Если нет, то вы нарисовали неправильно. Вот это геометрический смысл векторного произведения. Это вектор, который ортогонален нашим двум векторам, и, значит, его длина есть площадь параллелепипеда, натянута на них. Опять же, откуда это получается? Это получается вот из этого равенства, что векторное произведение скалярно на x, это есть объем от параллелепипеда, натянутого на а, б, x. То есть, если внимательно посмотреть на это, просто на вот это равенство, отсюда все вытаскивается. Вот. Значит, теперь смотрите, следующий пример вычисления векторного произведения. Если у вас есть, вот для начала, для стандартных байсных векторов, то есть пусть у вас Е1, Е2, Е3 – это стандартные байсные вектора, как они вот у вас располагаются в пространстве. Вот это Е1, вот это Е2, вот это Е3. Так вот, смотрите, векторное произведение Е1 и Е2 – это что такое? Это должен быть вектор, который имеет какую длину? Его длина – это площадь параллелограмма, натянутая на Е1 и Е2. Это квадрат площади 1, то есть это вектор длины 1. И он должен быть перпендикулярен Е1, Е2. То есть, то есть это будет либо Е3, либо минус Е3. И как понять, это будет Е3 или минус Е3? Вот я как раз смотрю с правильной точки на свои три вектора. Я должен эти три вектора, Е1, Е2 и векторное произведение, наблюдать вот в таком порядке. То есть у меня, смотрите, сначала идет Е1, Е2, и потом следующий Е3. Значит, это действительно должно быть Е3. Аналогично, если я беру Е2 на Е3, их векторное произведение будет Е1, Е3, Е1, их векторное произведение будет Е2. В обратном порядке векторное произведение считается просто с минусами по тому правилу, которое я упоминал. То есть, зная вот эту таблицу умножения для всех стандартных байсных векторов, вы, вообще говоря, вычислительно можете решить абсолютно любую задачу на векторное произведение.
И у меня для вас плохие новости. На векторное произведение большинство задач решается только вычислительно. Никакой содержательной науки там нет. То есть у вас как бы всего две попытки решать задачу. Первая попытка – это смотреть на это тождество, пристально медитировать, вот, вспоминая, что объем – это определитель. А второй – написать в лоб и фигарить вычисления. Вот. Самый любимый способ математика, что называется. Вот. Единственное, что по поводу вычислений, я вот какое хочу дать замечание, что когда у вас вот есть какое-нибудь там тождество, надо доказывать про векторное произведение, то вы всегда можете сделать так, что вот если у вас там фигурируют там векторы V1, V2 и V3, да, вы можете сделать так, что выберем, ну, там, скажем, V1. Первый байесный вектор стандартный вы можете выбрать вдоль V1, поэтому вы можете считать, что V1 имеет координаты A0,0. Дальше, если у вас есть какой-то вектор V2, второй байесный вектор вы можете выбрать в плоскости V1 и V2. Тогда вы можете считать, что вектор V2 имеет координаты CD0. Ну а для V3 у вас не остается вариантов, он уже имеет все координаты не нулевые, потому что вот подобный выбор стандартного байеса, согласованный как бы с векторами, которые вам изначально даны, он очень часто облегчает вам перебор случаев, когда вам надо рассматривать векторное произведение там, от трех векторов, от двух векторов, там, от четырех векторов. Вот первые два вектора можно всегда считать, что они находятся в таком специальном виде, просто потому что вы стандартный байс исходного пространства правильно подобрали. Вот. И так, давайте так, вот есть ли сейчас вопросы по вот этой части, которую я сейчас озвучил? Почему векторное произведение, у него длина, это площадь параллелограмм? А, почему у векторного произведения длина, это будет площадь параллелограмма? Хорошо, смотрите, давайте посмотрим. Вот, ну, во-первых, почему он перпендикулярен на АИБ, я думаю, понятно. То есть если вместо х вот сюда подставлю А или Б, то получается по правой формуле 0. Окей? А теперь смотрите, возьмите вместо х вектор, который вот здесь перпендикулярен А и Б и имеет длину 1. Тогда по определению то, что справа, это и будет площадь параллелограмма АБ, а то, что слева, это будет в точности длина вектора АБ. Ну, потому что тогда вот вектор, ну вот, Е, который будет перпендикулярен АБ, он будет смотреть в ту же сторону, что и скалярное, ну, и что и векторное произведение, поэтому скалярное произведение даст просто длину АБ. Получилось понять? Кажется, да. Окей, то есть, опять же, говорю, вот это надо медитировать над этой формулой и подставлять сюда разные вещи. То есть, когда ты подставляешь А и Б, ты доказываешь ортогональность, а когда ты подставляешь вектор, который вот ортогонален А и Б имеет длину 1, ты как раз получаешь, что левая часть превращается в длину векторного произведения, а правая часть в площадь параллелограмма. Так. Тогда поехали дальше. Теперь смотрите, у вас в трехмерном пространстве есть такая вещь, как коллинеарность и компланарность. Два отвратительно невыговариваемых слова. Вот. Что такое коллинеарность? То есть вы говорите, что у вас есть два вектора в R3, они коллинеарны, если они лежат на одной прямой. Так вот, оказывается, два вектора коллинеарны тогда и только тогда, когда их векторное произведение равно нулю. Ну, то есть, тогда и только тогда, когда площадь параллелограмма нулевая. Вот. Это первая штука. То есть это как понять, как с помощью векторного произведения быстро, что у вас два вектора лежат на одной прямой. Просто еще вот такая вещь, что векторные произведения, они зашиты во многие библиотеки, и они на уровне GPU выполняются за один такт. То есть как бы GPU это умеет на уровне железа просто выполнять за один такт вычислений. То есть поэтому как бы умение выражать все в виде векторных произведений – это очень полезная штука. Так, а вторая вещь есть для трех векторов – ABC в R3. Для трех векторов есть такая штука, когда они лежат в одной плоскости, то есть в одном двухмерном подпространстве. То есть А, Б и С лежат на плоскости. Вот, как бы в общем положении они, конечно, порождают все трехмерное пространство. Вот в этом случае, если они лежат на одной плоскости, то есть они в двумерном подпространстве, это что называется, они компланарны.
то есть это определение компланарности. И здесь критерий такой, что они компланарно лежат на одной плоскости, тогда это только тогда, когда смешанное произведение равно нулю. А смешанное произведение – это есть векторное произведение А на Б скалярно на С. То есть, если вы умеете быстро считать векторное произведение и скалярное произведение, то вы быстро можете проверить, лежат ли три вектора в одном двумерном подпространстве или нет. Вот это критерий компланарности. Это вещь, которая, в общем, для чего, ну, как бы, ну, в общем, вот две вещи, которые нужны для, то есть, дай так, для геометрической работы в трехмерном пространстве. То есть, вот есть, я сейчас чуть отдалю, вот есть как бы следующая вещь. Есть геометрический смысл векторного произведения, есть то, как оно вычисляется для конкретных стандартных базисных векторов, и вот критерий коллинеарности и компланарности векторов. Коллинеарность для двух векторов и компланарность для трех. Отлично. Ну, смотрите, я все, что нужно для по поводу векторных произведений рассказал. Есть ли какие-то вопросы? Если нет, то у меня то, что осталось, это вам рассказать про линейные многообразия. На самом деле, окей, ну вот и не знаю, может быть, можно, может, имеет смысл. Окей. Да, давай так, тогда сделаем так. Если сейчас нет вопросов, тогда я сейчас сделаю следующее. Я не знаю, мне будет ли конспект. У меня сейчас никаких конспектов набранных нет. У меня, ну вот я выложу вот эту доску, скоро рабочий стол, а конспект я посмотрю. На самом деле, в качестве конспекта у меня... А, вот, вот почему нет набран конспект. Смотрите, следующая задача будет даваться по задачнику Кима Крицкого. Я на него скину вам ссылку. Значит, там к каждому параграфу просто есть конспект. Краткое изложение теории с примерами и с примерами решения задач. Это просто офигенный текст, который стоит прочитать. Вот, ну, в общем, я к тому, что эти тексты, они просто полностью заменяют тот конспект, который я мог бы набрать. То есть я могу просто перенабрать тот материал, но там он очень хорошо написан. Вот, я все ссылки дам. Нет, это пока не с конспектов лекции пилота. Я все вот это мутатение обычно откладываю на самый конец. Я очень не люблю про все вот это говорить. Вот, и плюс под конец я когда рассказываю про OpenGL и DirectX и всякие штуки, это как раз более-менее в тему поговорить еще и про векторное произведение. Вот. Окей, тогда я так понимаю, есть желание сейчас поговорить еще буквально минут 10, дополнительное время? Окей, тогда смотрите, давайте сделаем так. Мы сейчас отрубимся, а я просто на почту пришлю ссылку на, значит, почему у вас нет таких крутых тем. Не, ну почему, вот эта штука тоже крутая, про OpenGL и DirectX это просто я решил рассказать, ну потому что как-то вот я всякой этой фигней занимался в свое время, увлекался самостоятельно. Вот. Видимо, Рома просто не увлекался, поэтому он про это не рассказывает. Вот. А так там много всяких фишек можно рассказывать. Хорошо, тогда смотрите, план такой. Я сейчас тогда останавливаю трансляцию и на почту вам пришлю ссылку на новую трансляцию. И тогда минут через 10 мы ее начнем. Или даже не знаю, или может сразу. Давайте без пауз просто сразу продолжим, чтобы не затягивать. Вот. Тогда, в общем, я останавливаю. Вот. И сейчас все пришлю.